Странно, мне казалось, всегда вот этим хохлам хочется сказать: ребят, вы просто ненормальные, вы просто. Ведь вы смотрите, вы за что боролись-то? Москали прыгали, москали, кто не прыгает, кто не скачет, тот москаль там. Москали их затрахали там всех. Да что мы вам сделали-то? Ну что мы вам сделали? Где? Я к вам даже на гастроли не ездила. Даже денег ваши копейки этим не собирала, потому что, ну, я здесь нормально живу. Не нужен нам ваш регион. И вообще, как мы могли вас так достать, я не понимаю. Это какое надо было создать пропаганду, какое настроение, что мы здесь все враги. Что мы им сделали, вообще непонятно. Это раз. Во-вторых, они стремились к чему? Ехать в Евросоюз. В результате хлоп, им все Евросоюзы закрыли, карточки все закрыли, ничего не получили. То есть они боролись за свободу, получили тюрьму. И теперь они закрылись в собственном котле, чайничек свистит, пар идет, а чайник-то запаян, а крышка-то нету. И выйти-то некуда. Вот они там все перекипят и сдохнут. Потому что экономически они зажаты, они ничего не производят, кроме как бла-бла-шоу, понимаете, и кричат. А их мир-то понял уже, что они пустышки. Им ничего не дадут, потому что они мне нужны. И они их разыграли как карту. То есть разыграли, и хохлы этого не понимают. Ибо, прости, Господи, тупые. Я простите, Господи. Потому что такие вещи, ну, уже пора осознать. Что получилось-то? Мы в чайнике со свистком. И свистим на весь мир.